Сегодня у нас опять такой солнечный денек, около 20 градусов. Сегодня 30 октября. Там меня просили рассказать о плохой погоде, показать. Ну, у нас уже видео есть про плохую погоду, так что можно посмотреть. Ну, а плохой погоды в этом году еще как таковой не было. Было пару дней, когда было где-то 10-12 тепла максимум. Зимой, правда, ночью, правда, уже заморозки, даже минус бывает по Цельсию. Вот, но днем прогревается пока. Так вот, пару дней было один день дождик, другой день было так же вот солнечно, как сегодня, только был очень сильный холодный ветер. Мы вышли погулять с коляской, но сразу же минут, наверное, через 10 домой убежали, потому что у меня вообще глаза очень чувствительные на ветер, слезятся очень сильно. Я даже не видела, куда иду. Так что даже не гуляли. Ну вот сегодня ветра нет, опять тепло. В этой вот кофте мне даже жарко сейчас. Час погуляли, прошли здесь по парку. Вот. Почему снимаю видео? Ну, хочу сказать просто так, объявление такое небольшое, наверное, сделать. Сейчас, наверное, видео будет пореже немножко выходить. У нас в жизни, у меня конкретно, намечаются небольшие перемены. Пока я не буду рассказывать, что да как. Когда случится, тогда расскажу. Вот. Потому что не хочу бежать впереди паровоза. Вдруг еще что-то пойдет не так. Вот, когда уже будет ясно, что это уже, да, все стопроцентно, тогда буду рассказывать. Вот, ну, пока вот еще отдыхаю дома с Нилом, еще осталось чуть меньше 2 недель, потом выхожу на работу. Так, в Новый год, наверное, отпуск возьму несколько дней, побуду дома еще недельку с чем-то. Такие вот планы на ближайшее время. Завтра Хэллоуин. Если куда-то пойдем, ну, пока собираемся, но мало ли, опять же, я никогда, я планирую, но пытаюсь не загадывать. О, Нил там просыпается. Но пытаюсь не загадывать, потому что вдруг что-то опять случится. И можно много чего планировать, вот. Но как оно будет, никогда не знаешь. Так, сейчас мы ему покачаем немножко. К этому я уже, мы уже домой пришли, на крыльце я сижу. Так вот, завтра пойдем снимем Хэллоуин, если пойдем, если все будет. Так что опять не принимайте это за обещание, это просто такой план у меня. Вот. А что-то я в связи с этим хотела сказать с Хэллоуином. А, хотела сказать, что 2 последних Хэллоуина мы отдыхали в теплых краях, на Ямайке были, пропустили. Так что последний Хэллоуин, который мы праздновали здесь, в Америке, это было 3 года назад, по линии, или даже, может, 4, я уже даже не помню. В общем, мы как-то все время осенью вот в это время уезжали отдыхать, потому что мой день рождения 2 ноября. Вот, и мы на мой день рождения. Я не люблю подарки, не люблю как-то вообще особо праздновать. Для меня лучший подарок – это, конечно, поездка куда-то. Но вот в этом году мы дома, никуда не едем, потому что ребенок еще маленький, естественно, с ним никуда не потащишься особо. Поэтому в этом году мы пропускаем поездку осеннюю. Так мы обычно осенью и весной куда-то выбирались в теплые страны, края. А, вот. Весной, потому что на Полине день рождения. Мы несколько дней рождения устраивали, праздновали, там гостей, детей всяких разных звали. Но последние 2, по-моему, вот прошлой весной ездили в Диснейленд, а позапрошлой куда-то тоже уезжали. Я уже даже не помню. Куда-то ездили, по-моему, надо посмотреть. По видео. Если ездили, то у меня есть видео. Вот, так что да, мы пытаемся куда-то просто ехать, на такой подарок себе устраиваем на день рождения в виде впечатлений, а не каких-то особых вещей. Ну, потому что вещи можно и так купить. Конечно, оно приятно, когда даришь. И получать подарки тоже приятно, но, не знаю, для меня впечатление намного больше значит, чем какие-то вещи. Вещи – это так. Так что вот в этом году дома не едем, поэтому по плану идти на Хэллоуин, конфеты собирать с Полиной. У Полины костюм есть, мы уже показывали, у Нила костюма нет, но он, скорее всего, будет все равно в коляске спать, так что ему костюм пока без надобности. Вот, хотела снять такое коротенькое видео. У меня уже есть несколько видео, снятых там с ответами на вопросы, и мы уже засняли интервью с американцем, которое получилось больше, чем на час. Поэтому у меня пока руки не доходят это все обработать и выложить, так что ждите. Я надеюсь, что в ближайшие дни, и до того, как выйду на работу, я это сделаю, потому что потом уже точно времени не будет. Так что скоро выложу несколько видео, которые уже лежат, просто ждут своей очереди. Да, сегодня у меня я такая вот вообще лохматая, сейчас прогулялись, ветер все-таки есть небольшой. И я сегодня даже полностью без косметики совершенно ничего не накрасила.
Даже ресницы, так что глаза лысые, наверное. Я себя сейчас на телефоне плохо вижу, снимаю на телефон, потому что против солнца, солнце с той стороны. Вот сейчас за облако зашло. Нил тут уже просыпается, возмущается. Пойдем сейчас домой. Вышли подышать свежим воздухом, солнечные ванны получить. Пока еще можно, потому что у нас зимой сильные ветры. Даже если хорошая погода, то по ветру не сильно погуляешь. Да, еще в плане снять видео меня там просили заснять, есть ли накидка для коляски, ну такая для зимы накрывает, которая у меня есть. И сумку, для куда все я складываю для ребенка, это тоже, это в плане вот у меня показать эту накидку. Ну, вообще, может, какие-то еще вещи для ребенка. Мы тут Нила приодели, купили немного теплых вещей на осень гулять. В чем? О, просыпается. Голодный. А, вот. Наверное, все это в одно видео засниму. Правда, тоже пока не знаю, когда. То есть, вкладов много. Чего, что еще снять, что показать, про что рассказать. Если еще интересно про что-то узнать, вы спрашиваете. Да, сразу хочу сказать, там несколько людей просили показать дом. Уже я не знаю, это на протяжении года просят заснять дом. Видео дома есть. То есть, до того, как мы его купили, там еще мебель и все это старых хозяев. Но представление о том, какой у нас дом, составить можно. А сейчас ходить и показывать свой дом, я как-то пока не готова приглашать тысячи людей к себе в гости. Так что уж извините, но дом я показывать снимать не буду, мне просто этого не хочется делать. Поэтому вот так. А что-то еще спрашивали, хотела сказать, забыл опять. Память девичья, вот. Ну ладно, буду на этом, наверное, прощаться, потому что Нил ждать. Он хоть у нас и терпеливый очень парень, но терпению, всякому терпению приходит конец. Так что вот, всем пока.